Любимый наш минтайчик с картошечкой, с помидорчиками. Простое блюдо. На скорую руку. И будет хороший ужин. Начинаем. Так, взяли кастрюлечку маленькую. Налили водички. Вот водички налили. Теперь мы ее посолим. Берем сольки и подсаливаем. Помешали. И пусть водичка наша закипает. Поставили петрокунчик. И дальше поехали. В это время, пока у нас водичка закипает, мы нарежем лучок наш. Нашинкуем его. Можно произвольно его нашинковать, как хотите. Вот так же. Нашинкуем, кто как умеет, так и шинкует. Кто покрупнее хочет, кто помельче. Но помельче не надо, будет сильно гореть, он сильно мелкий будет. Это ж не салат, а обжаривать будем. Я вот так покрашу его, пошинкую по-быстренькому. Вот. Выкладываем нашу сковородочку маленькую. И также вторые по луковице у нас идут. Это отрезаем хвостик. И крошим. Вот так, половиночками. Если луковица большая, неудобно держать. Вот так по одной четвертинке крошим ее. Будет хорошо. Крошим. Вот. Выкладываем нашу сковородочку. Положили. Идем теперь ставить жарить на растительном маслице. Поджарим нашу сковородку. Включаем сковородочку. Так. Вот сюда поставим. Вторая. Не то выключили. Так. Наливаем маслица растительного. Вот. Капусту у нас. Здесь у нас водичка скоро закипит. Закипит. Значит, теперь что? Ну, ждем, когда у нас водичка закипит. Пока. Наш минтайчик. Сейчас водичка закипит и будем сбрасывать наш минтайчик. Филе минтайчика. Можете взять готовое филе, можете взять рыбкой, тушкой. Почистить, отделить косточки. Все как положено. Еще маленечко подождем. Будем скидывать. Варится он быстренько, минут 10, и все, он готов. Наш любимый, дорогой минтайчик. Ну вот водичка начинает уже закипать. Можно кусочки скидывать сюда водичку нашу. Вот. Можно сбрасывать кусочки наши. Скидываем. Водички многовато будет. Ну ладно. Закинули. Закидываем последнюю. Так, если водички маленько, мы отжимаем. Так. Вот так отжали маленечко. Так у нас получилось, мы лишнего водички налили. Можно ее отлить вот сюда. Вот сюда отливаем, чтобы у нас не брызгалась ни на печечку нашу, не лилась водичка.
Разравниваем ментайчик. Вот так. И добавляем в сторонку. Смотрим, что у нас делается. Бочка наша. Тем временем мы можем порезать наш картофель, отварной картофель. Его можно почистить, отварить. Можно его отварить в мундире, во фраке, как хотите. Но когда будете варить, обязательно подсолите воду. Он будет тогда лучше. Маленькие мы оставляем картошинки, а вот которые покрупнее, мы разрезаем его пополам и приготовим. Пусть они у нас лежат, дожидаются своего часа. Отставили. Теперь мы сделаем наш соус, приготовим. Берем нашу сметанку. Сметанку любой жирности берем, какую хотите. Хотите погуще, хотите пожиже. Берем обыкновенную сметанку, но у меня вот 25% сметанка тут. Как-то пожирнее. Охота покушать. Вот сделали вот такой соус. Маленечко наложили сметанки. Берем нашу сольку и присаливаем. Взяли. На кончике ножа. Вот здесь маленечко. И присолили. Вот, хватит. Так. Отставляем нашу сольку. Потом у нас журчит, журчит. Угу. Ментайчик наш начинает закипать. Еще водички отольем, а то у нас будет булькать. Он будет булькать дальше. Вот так мы отлили еще водички. И потом перевернем мягко. Так, это мы отставляем. Берем такую ложечку. Маленечко помешали лучочек наш. И пусть он жарится. Обжаривается. Вот, пошли дальше. Берем наш укропчик. Маленечко веточку укропчика, граммулечку совсем, можно побольше. И порежем его, пошинкуем миленько. Порезали, выкладываем нашу сметанку. И перемешиваем это все. Перемешали. Вот у нас получилась сметанка с укропчиком. Можно сделать сметанку с зеленым лучком. Можно сделать сметанку с чесночком. Можно горчицу со сметанкой. Можно майонез с горчицей. Как хотите. Ну вот, отставляем в сторонку. Вот у нас тут еще пол огурчика. Мы нарежем, чтобы потом побыстрее сделать. Мы нашинкуем наш огурчик просто колечками. Вот так порежем его. Простыми кольцами. Чик-чик-чик-чик-чик. Настрогаем его, огурчик наш зелененький. Вот, настрогали. Отложили в стороночку. Будем ждать, когда у нас отварится наш любимый, дорогой тайчик. Берем морковочку. Морковочку свежую можете взять, почистить ее и пошинковать на такой, на средней терочке. Но у меня замороженная морковь, прошлогодняя с грядочки. Вот. Я его лучок опускаю. Жарится у нас лучок. И вот так ложу нашу морковочку. И она будет нормальненько. Откладываем. Берем солечки.
И подсаливаем ее. Вот. Присаливаем наш лучок с морковочкой. Убавляем огонь, чтобы сильно... Она все равно жидкость вся сейчас выпарится. И будет обжариваться хорошо, чтобы не горел лучок сразу же. Морковка замороженная, пока это она подтает и будет самотона потом прожариться. Вот оставляем ее жариться. Отдыхай. Тем временем у нас минтайчик закипает. На подходе минтайчик. Вот он у нас какой схватился. Видите, он варится быстро. Мяско беленькое наш. Любимый дорогой минтайчик. И заменимый наш минтайчик. Вот, пусть сейчас он покипит. Тут же убавим маленько огончик. Вот так огонь убавили. Было на троечке, поставила на 2,5. Все, пусть жарится и парится. Варится. Отдохнем. Ну все, значит, у нас минтайчик уже отварился. Теперь мы будем его вынимать из нашей кастрюлечки. Берем нашу ложечку такую. Можно шумовочку взять. Но я взяла ложечку вот такую большую-большую. И аккуратненько вынимаю. Вот он уварился тоже, уваривается. Он так же, как кальмары, они увариваются. Взяла большую миску. Ну. И вынимаем все оттуда. Вот у нас отрез. Он быстро варится. Махом. Он будет мягонький, хороший. И все, туда все мягко убираем. Мяско наше беленькое, без шкурочки, шкурочка серенькая, это просто мяско фигейка, там она беленькая у нас. Вот, слипаем каждый кусочек, мелкий тут он у нас, все равно мы убираем все, вытаскиваем. Ну все, отставляем нашу кастрюлечку. Наш лучочек жарится, еще не готов, морковочка, так поджарили его. Вот так развернем сейчас, вот, и пусть жарится. Уже морковочка разошлась, вот смотрите, как становится. Вот, Мариночка, вот так вот, мешаем, отставим стороночку, пусть жарится. А минтайчик нас пусть отбивает, ставим на стол. Пусть остывает. Так. Жарился наш лучок с морковочкой. Выключаем. И оставляем сковородочку в сторону. Пусть это остывает. Вот так. Отставили, отложили. Берем ложечку. Идем резать наш минтайчик. Крошить, резать, как хотите. Вот он у нас, куточки какие. Приостыл он у нас. Начинаем резать. Крошим тоже произвольно, потому что он, видите, рассыпается. Выкладываем мисочку. И дальше поехали. Кусочки наши выкладываем. Берем тусточку. Вот так. Вот так. Хорошо, мягонький. И булькаем его. Да его сильно-то и не надо резать. Размяли. Можно его даже вилочкой размять. А мы сейчас вилочкой разомнем. Возьмем вилочку и будем разомнем его прямо в ниточке. Возьмем вилочку. А мы будем мучиться ножичком. Взяли вилочку. И вилочкой размяли. Будем разминать его аккуратненько. Вот так. Вилочкой прямо разминаем его. Вот так его хорошо размяли. Разминаем. Он хорошо разминается. Быстренько. Отварился минут 10. Это все у нас. Время это ушло. 10 минут буквально. Вот так его размяли. Видите, как получилось. И не надо заморачиваться. Вот. Берем, выкладываем вот нашу эту мисочку, где мы будем перемешивать.
пересыпали его. Так, хорошо. Выскребаем все остаточки наши. Вот. Отставляем в сторонку. Лучок наш приостыл. Пойдем брать лучок наш, морковочка. Берем прямо сковородочку, я беру ручку и выкладываем это всю красоте нашу сюда в мисочку. Вот так берем, просто раз, переворачиваем. Вот это все дело. Выскребаем. Вот так. Выскребли. Убираем. Можно подсаливать, можно не подсаливать. Но я больше не буду подсаливать, хватит. Берем наш перчик. Можно просто один перчик черный молотый. Но у меня вот 5 перцев. Смесь перчиков. И подсыпаем перчиком. О. Кто любит побольше, тот побольше. Кто любит немного, можно немного. Посыпали. И начинаем это всю красоту перемешивать. Перемешиваем, перемешиваем. Вот так вот. Хорошо, перемешали. А если будет маслица мало, то можете маслицем еще добавить. Но я считаю, что хватит. Не надо, наверное, маслицем. Берем нашу тарелочку или блюдце. Вот перемешали мы наш минтайчик с чесночком, с морковочкой и с лучком обжаренным. Посыпали перчиком. Кто хочет, пусть подсаливает. Кто не хочет, не подсаливает. Выкладываем теперь эту нашу красоту. Я возьму другое блюдо. То я думала, что это побольше. А мы возьмем вот это вот. Побольше маленечко. Побольше взяли наше блюдо. И выкладываем в серединочку эту нашу красотень. Вот так вот выкладываем. Выложили. Так, выскоблили все. Убираем. И делаем как бы горочку. Так, аккуратненько. Как бы горочкой делаем со всех сторон, чтобы он у нас вот делали горочку. Берем наш картофель отварной и выкладываем вот так вот, можно стеночками. Так, по порядочку выложили. Так. Наверное, вот так мы делаем, чтобы у нас соус-то. Так. Вот так положили. Теперь мы берем наш огурчик. Ну, с одной стороны мы вот так вот, наверное, выложим еще. Разрежем еще, наверное. Вот. Еще разрезаем нашу картошечку. Соус у нас хватит. Так, делаем картошечку. Теперь делаем мы, раскладываем огурчики наши. Вот так. Вот так ложим это все дело. Ложим, ложим, ложим. У нас огурчики, мы их все выложим, чтобы они у нас нарезанные огурчики эти. Так, выложили огурчики наши. Берем помидорки произвольно, режем их, вынимаем вот это вот, убираем серединку нам ненужную и режем произвольно. Так, нарезаем вот так мы, и с этой стороны тоже вот так взяли и приложили. Маленечко прикладываем. Так вот, так. И другую уже. Так, раз, раз.
на 8 частей помидорку зашлепали. Так сделаем мы ее. Так вот. Так, поближе. Поближе. И это делаем так вот. Так. Теперь берем наш соус, который мы сделали сметанку с укропчиком. И вот это вот на каждую половиночку картошечки ложим нашу сметаночку. Вот сметаночку ложим. Не жалеем. Вот у нас так получается. Вот так. Вот. Берем. У нас еще укропчик. Маленечко. Режем укропчика чуть-чуть. Капелюшку. Капелюшку, капелюшку порезали. Так, пошинковали его. Можно зеленый лучок, но я укропчиком вот так порезала его. Порезала. И присыпаем сверху. Или присыпали. Начинаем здесь. Везде вот так произвольно. Сыпим, сыпим, сыпим. Так вот, сыпали. Вот и все, можно побольше укропчику резать. Все, наше блюдо готово. Можно присолить еще вот, огурчики, помидорчики. Столько присаливайте, но я не стала солить. Вот и все.